для выполнения этого трюка нам понадобится самая обыкновенная волшебная палочка. Итак, берем самую обыкновенную волшебную-приволшебную палочку. И раз, два, три. Так, не понял, в чем дело. На самом деле все очень просто. В палочке есть одна сторона и есть вторая. Когда мы колдуем, раз, два, три, мы незаметно меняем сторону. И все.